Штурмовики Су-25 группировки войск центра нанесли ракетные удары по 8 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме этого, экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по 2 пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника. Расчетом зенитного ракетного комплекса ТОР-М1 сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия» на Краснолиманском направлении. На Торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения артиллерии уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и 5 пикапов, а также значительные потери среди личного состава. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и минометов противника.